Не знаю, як ви, а я вранці люблю гарно виглядати. Але окрім того, що я люблю гарно виглядати, я ще люблю поспати вранці. Тож сьогодні нам експерт-візажист Олена розкаже, як зробити ранковий експрес-макіяж за 5 хвилин. Доброе утро! Мы в первую очередь начинаем с очищения кожи. Очищаем кожу, так как нам нужно подготовить ее к следующему этапу нанесения увлажняющего крема и тональной основы. Это, до речи, так приятно. Дальше мы наносим увлажняющий крем. Это максимально даст увлажниться нашей коже, и она будет готова для нанесения тональной основы. А что взагалі потрібно робити для того, аби зранку не було, наприклад, мішків під очима? Для этого сейчас придумали уже патчи под глаза. Утром просыпаемся, и вместо кофе мы ложим под глазки патчи. За 10-15 минут у нас убираются все опухлости, припухлости, синячки, и все будет у нас очень красиво. Брови я подчеркну прозрачным гелем для более естественной формы. Не буду наносить ни тени, ничего. Крем у нас уже более-менее впитался. Теперь мы можем скрыть наши несовершенства. Для этого я беру более плотный крем-консилер и прячу наше несовершенство. Теперь я беру тональную основу и буду наносить ее. Сначала кисточка, такой боевой раскрас. Мы берем бьюти-блендер и убираем лишнее. То есть мы похлопывающими движениями просто впитываем, вбиваем тональную основу. И при этом у нас получается ровный тон. Расскажи пока еще трошечки про свой ранковый макияж. На самом деле мой утренний макияж занимает не более 10 минут. Это с учетом увлажнения, всего. Умылся, намазал крем и все, дальше пошел BB-крем. Я каждый день тональным кремом не рекомендую использовать. Потому что какой бы классный тональный крем ни был, он все равно забивает поры, он тяжело, ну, для кожи нашей. Сейчас я взяла консилер и немножечко высветляю зону под глазками. Для того, чтобы сделать наш взгляд свеженьким. Итак, процентов 80 мы уже сделали. Теперь все нужно нам закрепить прозрачной пудрой, чтобы макияж у нас держался весь день. Теперь мы берем хайлайтер и высветляем все наши выпуклые зоны для того, чтобы сделать нашу кожу свеженькой и сияющей, будто бы мы вообще не красились. И еще немножечко мы сконтурируем лицо. Для этого берем темный оттенок, можно темнее, есть специальные пудры для этого. И делаем наши скулы более выразительными. Чтобы освежить лицо, нужно добавить немножко нам румянца. Улыбаемся. И на яблочко добавляем румянец. Можно также утром либо использовать бальзам, либо просто прозрачный блеск для губ. Ось такий ранковий макіяж ми вже зробили. Тепер я можу йти на роботу гарненька і свіженька. Дякуємо нашому візажисту Олені за такий експрес-урок.